С 24 часов, да, вот я заступила на работу, 22, на ногах. И мы не спим, и мы со сменщицами едим. То есть это может быть как и 9 утра, так и 3 ночи. Да. Вот как быть? То есть вы боретесь со сном просто с помощью еды? Да. Это 22 часа. Мы не боремся, мы просто едим. Ну вы просто едим. Опа. Сегодня мы собрались с вами с одной нашей общей целью, это цель похудеть. Но дело в том, что лишний вес это не только наш внешний вид, лишний вес это, во-первых, наше здоровье. То есть избыточный вес вызывает негативное влияние на наш опорно-двигательный аппарат. Идет сильное давление на наш скелет, то есть идет нагрузка на наш позвоночник, на наши суставы. Да. Друзья, кому из вас тяжело ходить? Рассказывайте честно. Есть один, все-таки, да? Иногда встречаешь, ну, друга там, товарища, который ест все подряд. Сладкое, не сладкое, переработанные продукты, не переработанные. И главное, не толстеет. Нет, гена никакого нет. Единственное, что передается по наследству, это образ жизни. Если ваши родители, допустим, привыкли жарить все на масле, на вот таком вот слое, там, булочки с маслом, тоже масло. Что вы хочется обожать? Шашлык. Шашлык, вот шашлык, вот чем заменить, как вкусовые рецепты? Мы сейчас греческий салат. Мы шашлык никак не заменяем. То есть мясо, это мы нуждаемся в мясе, в белке. Ну, и наоборот, это хорошо, что она мешает. Дело в том, что к шашлыку мы что поставим? Майонез, кетчуп, хлеб, шоколад. То есть дело не в том, что мы любим шашлык, а в том, что мы едим вместе с этим шашлыком. Да. Если психически не морально не готова, я не буду худеть. Вы сейчас готовы? Сейчас, да. Слава Богу. Основную информацию я кидаю в общий чат. То есть это какие-то методички, там, инструкции. Фамилия, вес, сколько должен есть. Да, а если уже какие-то конкретные личные данные, то лучше, конечно, в личку, чтобы не запутаться. Наша с вами задача похудеть навсегда, не кратковременно, не на период нашего проекта, не на 3 месяца, мы худеем навсегда. Стоп, подождите, давайте сначала уточним, есть ли в этом зале люди, которые хотят похудеть раз и навсегда? Нет. А кто ради денег? Ну, тоже присутствует. Да-да-да. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что я осуществляю консультацию лично с каждым, дистанционно. Вы также можете обратиться за моей помощью, и мы будем худеть с вами вместе. Если вы используете промокод, слово «блокнот», то я вам сделаю скидку на мои услуги. Обращайтесь.